Друзья, всем привет! С вами Загидулин Марсель, город Казань. Я нахожусь на плановом слоте. Сегодня у нас четверг, 27 апреля. И время сейчас по Москве 14:35, когда я записываю это видео. У меня обращение к людям, которые работают в доставке Яндекс. Да, то, что сумка Delivery Club, это ничего не значит. Потому что именно в Яндексе их выдают. Да, могут Яндекс сумку дать, могут Delivery. Так, смотрите, обращение у меня следующего характера. Я обращаюсь к людям, которых Яндекс постоянно и периодически кидает на деньги. Я хочу узнать, сколько людей пострадало от этой... Я уже больше чем уверен, что это мошенническая контора, которая ворует деньги у нас, у людей, которые работают в доставке. Особенно касаемо пеших курьеров и не только, кто на великах и так далее. Дело в том, что за вчерашний день меня кинули на 850 рублей. И мне говорят, напишите форму, возможно, там рассмотрят и все будет нормально. Зачем я буду писать какую-то форму? Если в пределах страны, если брать Российскую Федерацию, в пределах страны, масштаб просто невероятный. Даже если представить, что за вчерашний день из-за сбоев в программе Яндекс.Про даже 1000 курьеров по 800 рублей кинули, по 800 рублей, 1000 курьеров, например, из 10 тысяч, 1000 курьеров кинули на 800 рублей. А в пределах России я больше чем уверен, что работает 10 тысяч курьеров. В пределах России, в которой живет больше 140 миллионов человек, наверное, 10 тысяч курьеров в Яндексе работает. Ну хорошо, 5. Даже если 1000 человек выкинули вчера рублей на 800, значит, вчера выкинули на 1 000 000 рублей практически людей. Но это за один день. А в месяце, друзья, таких дней целых 30. То есть, если хотя бы 15 дней в месяц происходит данного рода афера, якобы сбои в системе, ты опоздал на 4-5 минут, ты нарушил правила сервиса. Конечно, я весь день ходил, 10-12 часов на ногах, опоздал на 6-7 минут, я нарушил правила сервиса. Так, и из 1400 рублей мы у тебя заберем, значит, 1000, а 400 на, подтерись. Вот, друзья, если среди вас есть такие люди, кто пострадал, ставьте лайк под это видео. Только честно, не надо их накручивать, просто ради прикола ставить. Это ни к чему не приведет хорошему. Давайте будем конкретно. Вы работаете в Яндексе или кто-то из ваших знакомых работает в Яндекс.Доставке. Давайте поделитесь этим видео и пусть люди напишут свои комментарии. Я специально могу создать телеграм-канал, куда можно скидывать вот эти все скрины. Да? Когда нас с вами обули на 500, на 700, на 800 рублей в день. Будет интересно посмотреть, сколько Яндекс кидает людей на деньги.